Рома, где качественный контент? Привет, Рома. Здравствуйте. Это создатель YouTube. Ты прекрасно знаешь, что делать. Что? Реакции на мюзикли. Ты же сам понимаешь, что эти но видео собирают много просмотров. Действуй. Блять. Начинаем. Всем привет, друзья, и в мюзикле меня не было уже 1000 лет. Вы не поверите, но за это время вышло очень много новых клипов. Прямо сейчас, как ты любишь, мы разберем новые клипы на песню «Лимонад». Народ, говорю уже в сотый раз, если вам нравятся горячие видео, которые выходят каждый день, то поставьте лайк под этим видео. Если ты хочешь помочь мне, то просто подпишись на канал, я буду благодарен тебе. Знаете, как старый дед такой, сижу, 100 лет не заходил в мюзикли и тут впервые зашел. Я даже забыл, как приложение это выглядит. Топ-1 лимонад, поехали. О, это Аня! А я ее не узнал! Это же Аня! Аня есть в мюзикле? Я не знал. Серьезно? Вау. Теперь я буду знать. Слушайте, я его видел. Я... В любом случае, 56 тысяч лайков. Наверное, люди знают, что они смотрят и что они оценивают. Третье место, черно-белый клип. Как будто сладкий лимонад. Лера. Я знаю, что ты любишь Лима лимонад. Прочитаешь по губам, что я бутерброды и чай, я обожаю такое. Следующие 3 места я смотрел в предыдущем видео, не буду их пересматривать. А вот это что такое? Рита. Не буду сегодня злым, но я уже говорил, что достаточно иметь красивое лицо, чтобы иметь топовый клип в мюзикле. Красивая девушка ничего не скажет. А почему эти 2 клипа у этого парня в топе? Так, такое вообще возможно? Если есть фанаты этого парня, то привет, у вас клевый кумир. Знаете, люди в мюзикле начали прогрессировать. Они начали делать нормальные клипы, либо это только в популярных, я просто не шарю. Давайте перейдем в тренде, посмотрим, что там. Там возможно... О боже. Если я онлайн, ты заметара. Я знаю, что Лиза. Ты любишь Лима лимонад. Прочитаешь по губам, что я Снимать на фоне занавески полуголой. Наверное, это в тренде. Вопрос образования в России. В школе нечем заняться. В школе люди снимают клипы в мюзикле. Нет, чтобы заняться учебой, они снимают клипы в мюзикле. Я сейчас как будто какой-то директор школы это говорю. Это что? Здравствуйте. Динара. Я не удивлюсь, если ей 13 лет, Казахстан. Ни хрена у нее губы. Говоришь мне, что все это ерунда. Что вокруг хат, деньги, хейт и все дела. Тебя бомбит и ты совсем не рад. Ты не хочешь фейк, ты хочешь лимонад. Тетя, а вы куда залезли? Понимаете, что? Че у меня горит? Понимаете, что девушки сейчас
не знаю, они одеваются так, как будто им лет 30. Вы серьезно? Вы хотите казаться взрослыми? Я до этого думал, что наоборот, девушки хотят стать наоборот моложе, а вы становитесь, типа, вы одеваетесь так, как будто вы взрослый, а потом жалуетесь, что вы выглядите очень старой, типа. Все эти девушки, им же нет даже 16 лет, наверное, почему... Вот. Я уверен, что ей лет 17. А это мама? Это мама? Вот на этом кадре девушка... Да, это девушка. Девушка кажется очень молодой на самом деле. Ей как будто лет 17. Но это мама. Это мама, если вы меня смотрите, привет. И вы понимаете, что таких клипов 46 тысяч. Друзья, это был новый выпуск по клипам в Мьюзикл. Если вам вдруг понравилось это видео, то поставьте лайк, потому что ваши лайки, они спасают мой канал. Также напиши в комментариях, что ты думаешь о том или ином клипе, мне будет интересно прочитать. И подпишись на канал, если ты впервые на моем канале, потому что твоя подписка спасает мир. Ты не знал? Увидимся с вами через 2 дня. Пока.